Краплёные карты! Помолись! Вы пришли ко мне играть краплёными картами? Так точно, ваше величество! Обнищание моего имения! Маркиз, как я должен... Да, как я должен поступить по карточным правилам в таком странном случае? Вы должны ударить его подсвечником по физиономии. Это во-первых. О, какое неприятное правило. О, в этом подсвечнике фунтов 15, я полагаю. Надо бы легкие ставить. Разрешите мне, сир. А, прошу вас. Благодарю. Впрочем, не утруждайте себя. А во-вторых, вы говорите. Во-вторых, сир? Да. Обругать его, как собаку. А, отлично. Где он? Пошлите за ним. Сапожника. Сапожника! Справедливого сапожника требует король. Иди, придон! А как это, скажите, как это делается? Ногтем, ваше величество. Ногтем. На дамах, например. Я нулики поставил. А на валетах? Косые крестики, сир. Да, чрезвычайно любопытно. Ну и как же закон смотрит на эти ваши действия? Отрицательно, ваше величество. Что же вам могут сделать за это? В тюрьму могут посадить. В тюрьму. Иду! Иду! Убирайте ваш выигрыш, маркиз. Ваш выигрыш, да вы что, вы смеетесь? Герцог, если вам не трудно, посадите маркиза де Лисака на 1 месяц в тюрьму. Дайте ему туда свечку и колоду карт. Пусть рисует на ней нулики и крестики. Да. Забирайте, забирайте вы пошли. Затем направьте его в его имение вместе с деньгами. Приведите его в порядок. Еще. В карты больше не садитесь играть. У меня предчувствие, что вам не повезет в следующий раз. О, сир! Исповеди, она мне это подтвердила.
Карие муаром. Это вы в клавесине сидели? Я вам задал вопрос. Да, ваше величество. Господин де Мольер вас усыновил? Я вам задал вопрос. Так, сир. Актерскому искусству он вас учил? Я вам задал вопрос. Он, ваше величество. Каким побуждением руководствовались, написав донос на имя короля? Здесь написано, желая помочь правосудию. Да, желая помочь. Верно ли, что он вас ударил по лицу? Верно, ваше величество. За что? Его жена изменяла ему со мной. Это интересно. Так. Но об этом не следовало сообщать на допросе. Можно было ответить так. По интимным причинам. Сколько вам лет? 23 года, ваше величество. А. Ну что ж, сообщаю вам благоприятное известие. Ваш донос подтвержден следствием. Какую награду хотите получить от короля? Денег хотите? Ваше величество, позвольте мне поступить в Королевский Бургундский театр. Нет. А вас сведения, что вы слабый артист. Нельзя. Я слабый? А в театр Дюмане? Тоже нет. Что же мне делать? Ну, зачем вам эта сомнительная профессия актера? Вы ничем не запятнанный человек. Если пожелаете, вас примут на королевскую службу. Ваше величество. В сыскную полицию. Подайте заявление на имя короля, оно будет удовлетворено. Можете идти. На осину! На осину! Господина де Мольера,